Итак, всем привет, с вами Диджит. И сегодня мы поиграем в долгожданные споры, которые споры. Ладно, я знаю, я сказал сейчас полнейшую чушь, но это так оно и есть, наверное. Возможно. Скорее всего. Короче, все, начинаем. Калин. Что за Калин? Калинка Майя. Не знаю, такой... Я надеюсь, вы все слышали. Короче, начинаем. Ну, да, начинаем, потому что это сейчас будет, как бы, ладно, не важно. Спор с модами. Все ясно. Я надеюсь, все ясно. Видео будет длиться какое-нибудь время. Ну, где-то час, может два. Не на два часа вряд ли, вот час, возможно. Я ничего не обещаю, я просто говорю час. Возможно, час. Фига себе. Так, это спор, я играю за этого чувачка, а какие-то уроды, что-то у них хпшек мало, очень мало. Кто их подкосил, я не знаю, давайте их убьем. Что это? Чё, боитесь? Ладно, пытаемся с вами найти что-нибудь общее. Ни черта себе, не бегайте у меня навыки. А где еще такие петушки? Синеглазые. Да синеглазые, постой. Точнее, синеносые. Или синечальные. Или кто ты вообще? Я не знаю, сколько это займет времени. Сейчас, поправлю, все нормально. Да блин, ты что ты? А, с ними дружился. 3 из 6 никуда не годится, ладно? Я помню, когда я проходил споры, я скачал, кстати, очень хардкорный мод. Мы с вами с малой вероятностью дойдем за сегодня до этапа цивилизации. С очень маленькой вероятностью. Но, скорее всего, до племя. Только до племя. Если получается, серия будет идти 1 час. Где-то минут 40 я буду этап существа проходить. Или полчаса. Я думаю, вам немного неинтересно то, что я со всеми пою, как бы. Я не всегда буду петь, я буду еще убивать кого-нибудь. Но я ничего не могу обещать. Они что, наркоманы? Они превращаются в коконы. Для чего они превращаются в коконы, я не знаю. Я не они. Куда ты прыгаешь? Я даже на shift на space или как там. Не помню, как клавиша называется. Так что? Не помню, как клавиша называется. Пробел, да, вспомнил, наконец-то. Пробел. Я даже на пробел не нажимал. Наркоман. Что за... What the f... What the f... Fuck. Интересно, как он еще не сгорел на таком солнце? Он должен сгореть. Че ты за наркоман? Быстрее уходим. Да наркоман, еще я сейчас сдохну. Наркоманы. Придурки. Говнюки. Пошли вы в задницу. Кто ты? Я тебя сожрем.
Где мой братка? Мне братка нужен. Без братки я никто. А мне нужен братка. Я вас тут расфигачу всех к чертям. Ладно, пошутил, я не злой. Я с вами добровольно делаю. Я думаю, вы не поняли, что я сейчас сказал. Я сказал, добровольного дела. До добровольного дела я сказал сейчас. Сейчас мы додружимся с вами. Мозг! Давай, мозг! Мозг, ты можешь вырасти! Чё ты на ноги на свои смотришь? Мозг! Я вот еще слабый мозг, очень слабый. Так, теперь я пошел за браткой. Братка мне не помешает. Чё-то у нас тут дофигища в гнезде. Есть вожак, есть альфа. Есть альфа-горгул. Я скачал мод, который теперь напишется альфа, а не вожак. А у нас тут альфа нету. Альфа у нас нет. Ей, братка. Есть братка. Ей, братка. Да что вы за наркоманы такие? Быстрее в гнездо. Нифига себе дерзкий, он моего братку избивает. Бедный братка. Он не успел ничего сделать в своей жизни. Блин, мне то, мне показалось, он поет. О, я хочу с тобой подружиться, наркоман. Я хочу с тобой подружиться, мистер наркоман. Нифига себе, наркоман, он в коконе встал. А это что было? Вот такая, это что за глюк? Что за зайчик? Что за зайчик? Я почесу сделаю. Офигеть, вообще. Беспредел. Как из него такое вылазит, я не знаю. Нет, я не хочу быть съедным. Ну вы все сумасшедшие. Если кто не знает такое творение, я играю за горгулу, которого создал лично. Сам. Сам с усами. Что за... Как вы помните, у меня есть мод Dark Spore. Если кто не помнит. Точнее, я вам... Это... Что я говорю? Я даже еще не делал обзор этого мода Dark Spore. Части Dark Spore, точнее. Ладно, не бойтесь, я сделаю обзор. What the fuck? А где мой удар? Даже у таких лоховских рук есть удар один. Удар уровень один. Какого? Что за беспредел? Я что-то не врубляюсь. Ладно. Удар 3 тут написано. Где мой удар 3? Я что-то совсем ничего, нифига не понял. Ладно.
Ничего не знаю, знать не хочу. Че? Четвертый уровень. Я не киборг. Че за... Как-то вот так. Вы напишите в комментариях мне, стоит ли мне продолжать играть с всякими модами или как-то так. Вы напишите мне в комментариях. Да, напишите мне в комментариях, надо ли мне продолжать играть с модами. И нравится ли вам вообще, как я играю с модами. Я надеюсь, вам нравится. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Разумеется, пишите комментарии. Пишите любые комментарии. Короче, пишите любые комментарии. Но и обязательно напишите о том, о чем я сейчас сказал вам. Нравится ли вам... Понравится ли вам то, как я выживаю в спорах с модами? И очень редко буду читерить. Очень редко. Но я уже читерил, я себе выбрал Горгола, у которого дофигища характеристик. Мне не нравится этот цвет. А это кто такие? Это еще что такое? Это что такое? Это называется обновилось. Короче. Тут цвета у нас есть. The Grogs! Grogs! Короче, представим то, что я ничего не вижу. Почему он белый? Он был черный, тот, которого я выбрал. Ну, я не знаю. Нет, мне такой не надо. Я хочу быть таким. Допустим, если он мне не нравится. Что вы мне скажете? Если он мне не нравится? А вы скажете, выбери другой цвет. Да. Вы именно это скажете, да? Ладно, не важно. Короче, мне этот какашечный цвет не нравится. О, просто эпичнейший. Вообще эпичное выживание. Возможно, он был не таким на картинке, но... Давай. Короче, начинаем. Стоп. Панда, начинаем. Да не надо, блин. Не хочу переезжать. Для чего эти придурки вообще переезжают? Извиняюсь, конечно, за обзывательство моих чувачков. Зачем они вообще переезжают, я не понимаю. Да я понимаю, ты заботишься, но ты бы им что-нибудь сказал вот этим петушкам, которые ушли в гнездо, короче, а сами оставили меня и тебя одного. Я не хочу, допустим, пережить. Вот что вы мне скажете, если я не хочу переезжать? Что вы мне скажете? Наркоман. Че, убить их, что ли? Я не знаю. Попробуем находить. Мне кажется, я сейчас сдохну. Это нечестно. У меня характеристики намного больше. Почему они убили всех? Да потому что у них... Потому что этот мод читерский. Ладно, у них просто урон бы повысился, включая меня. Хотя у меня тоже урон повысился. Но у них еще и ХП овер до хрена.
Извини. Ну, спавните. Сейчас пожуру вашего братку. Откуда он? Это как-то недоработка какая-то, но... А может, и недоработка, может, так и планировалось. Я сейчас с мелким подружусь. Если другой не заспавнится. А мелкий все равно за мной будет ходить, да? Ты сам с ними разбираешься. Меня тут нет. Бородка живой? Бородка живой просто прекрасно. Вот эти уроды, которые меня чуть не запалили. А, я с вами тут не дружусь, до доброго. До добра, точнее. Наверное. Или как направильно говорится. Хорошо. Просто отлично. Офигеть просто. Ты что шутишь? Мы танцуем, как орангутанги. Мы танцуем, как орангутанги. Наверное. Напишите в комментариях. Как-то... Какие танцы танцуют? Я имею в виду, как танцуют мои вот эти вот... Ну, я и вот этот чувак. Я имею в виду, мое существует... Этот чувачок. Напишите, как кто мы танцуем. Как орангутанги или... Как обезьяны. Или как кто-нибудь. Или как у горгул. Ты меня считаешь, в принципе, горгулом. Что за петухи? Команд какие-то. Ладно, попробуем начать общие разговоры. Ну ты читер, проклятый читер! Двоих зовешь! Нас двое! А вас трое вообще, нечестно, вы читеры! Если вам не нравится то, что громко, то я попозже добавлю звука. Наркоман. Извини, чувак. Да мы танцуем, как орангутанги, мне кажется. Ну ты идиот, куда ты прыгаешь? И опять не нажимая на эту... Извинись, хренову клавишу. Да куда ты идешь? Я нажал на танцы, придурок. Вы видите это? Да у меня какая-то фигня, видите? На моей спине. Какого фига?
Возьмите чаёк, налейте в кружечку и пейте чай. Спокойно присядьте, включите видео, наливайте чай и смотрите видео. Вот он мой совет. Так что смотрите, наслаждайтесь. Приятного аппетита. Или как я это называю, приятного хлебания. Что я одинаково с девушкой? Я за смертью хочу. Сейчас додружимся мы до добра. Я уже знаю, что они вообще делают. Они сейчас будут опять это... Я же говорил, они опять это будут делать. Е, подружились. Что прекрасно. Фига себе, Костя. А, горгл камень, я вас знаю, я вас видел. Я с вами тоже хочу подружиться. Пока что только со всеми дружимся. Нападаем только при особых случаях. Если кто-то лоховской. Это шутит. Мы показываем им одно место, и они просто отчаиваются. И потом, после того, как я с ними подружусь, они будут... Рыдать, плакать и всякое такое. Чё? Тут где-то ходят призраки. А я думаю, ещё раз танцы. Наверное. Я думаю. Хотя я думал, что они будут позировать. Он хотел только повернуться и сразу дернулся, как будто бы. Метеорит! Быстрее идем к нему! Он прямо вот сюда упал, я видел это! А что ты? Что за дебилизм? Что он сейчас делает? А, так я уже пришел. Сейчас. Подружусь с ребятами. Кое-какие. Давай. Откуда вы? Это я знаю, что вы сейчас так сделали. Что дальше? Я знаю, что вы это сделаете. Сейчас ни на что не реагирую, поскольку они все равно со мной дружат. Сейчас будет... Да, я это знал. У меня уже инстинкты какие-то зарабатывают, а просто они делают одно и то же. Каждое существо делает все одно и то же. Они, честно говоря, заколебали меня одними и тем же приемами. Вот это вообще не предвидел, если честно, то, что он сейчас позирование сделал. У вас тут еще петушки есть? Есть что? Похоже, нет никого, ладно. Тогда я пока схожу в свой главный город. Что, пошел в город? Хватит яйца бросать! Разломается и все. Хватит топтаться по яйцу. Оно разломается и детеныша не будет. Наркоман. Что это такое? Че они топчутся непонятно где? Хватит яйца бросать, я вам говорю. Детей у вас не будет, значит. Теперь
начнем додруживаться с этими ребятами, так сказать. А, Костя. Костя, это я знаю. Какая хорошая головка. Эй. Что-то спать охота. Я сейчас снимаю, сейчас 11 часов. Ну сейчас без 10 11. Значит, я уже снимаю почти час. Нифига себе. Или нет, или не час. Ладно, не знаю, сколько я буду снимать. Точнее, сколько я снимаю. То есть мы за час... Урод! Да хватит все подряд жрать! Меня еще сожри! Дай мне хоть пожрать! Я не знаю, что Слендермен, то что он дотягивается. Что за Слендермен, вы знаете. Проходить не хочу. Слишком страшный хоррор для меня. Я буду сраться просто. Я буду просто сраться. Если буду сраться, то только с Дифом. У него есть ребеночек. Как это мило. Я хочу с ним подружиться. То если буду сраться, то только с Дифом. Не смей! Кто ты? С мелким подружиться надо. Что? Он такой, он мелкий по сути, но он выше меня. Заметили это? Я слышал монстра. Быстрее уходим! Уходим! Мне плевать на братку! Братка! Братка, спасайте! Но мне самое главное спастись! Быстрее! Нет! Нет, 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 не надо! Не надо! Не надо! Нет! Я не хочу умирать! Я слишком молод! Я слишком молод! Я хочу домой! Нет! Все, братка, пока, братки, до свидания. Братка сейчас сдохнет. Кто ты? Вы не представляете, как у меня сейчас подгорело. У меня реально сейчас очень жутко подгорело. Приведи его. А где братка? А вот братка. Кто ты? Что за урод? Что за Селвич? Ты спринтерок? Потом узнаете, кто это, когда я буду с Дифом проходить FNAF 3. А где звуки-то? Да где звуки, ма? What the fuck? What the fuck? Что это было? Какого фига? Какого хрена? Офигеть. У меня, походу, вылетела игра. Или заглючила. А, нет. What the fuck? Где все звуки? What the fuck? Где все звуки? Что со звуками? Ничего не понимаю. Что со звуками сейчас было? Вот сейчас на все нормально. О, не-не-не-не-не.
если не хочу. Братка, попытайся сделать так, чтобы тебя не запалили. Он мне даже пальцем показал, как будто вот они, воры, убивайте их! Он какой-то так сделал. Кто это? Петух, ты думаешь, я тебе не запалю? Быстрее с ними дружимся. К черту, я с ним подружусь лучше. Где твое гнездо, петух? Демоны! Я тогда не знал, я тогда еще не учился в школе, я написала демон. Через А. Представьте себе. Это нархоманом был тогда. Это был тогда... Петух, сваливай! А, вот вы. Да ты наркоман! Ну куда ты пошел, придурок? Тебя сейчас убьют! Наркоман, что ли? Все, хорошо. Дружимся. Наркоман. Хватит сбивать людей с дороги! Нифига себе ты дерзкий! Ты троих призвал! Наркодилик! Я не знаю, есть ли такое слово, но я... призвал. Это... ты совсем читер! Ты призываешь троих! Ладно, хоть двоих! Ладно, хоть вот так. Мне кажется, мы проиграем. Он слишком хардкорный, и их причем трое. Да, мы проиграем. Он слишком хардкорный человек. Убить? Нет, убить их не надо. Они хорошие собеседники. Ну спасибо, хоть за двое. Ничего не выйдет. What the fuck? Ты троих призываешь? Да ты вообще беспредельщики какие-то. Ну давай. Почему ты к нему не подходишь? Хотя бы одного призови, что ли. Ладно, спасибо. Дебил пошел. Ты будешь с ним дружиться или как? Спасибо, что одного призвал. Я не
если вам, ребят, не скучно, вы там допиваете чай, возьмите печеньку. Любую. Так я с этим еще разве не дружился? Да его надо отводить, и тогда будет легко. Он вообще никого не призвал, видите? Он вообще никого не призвал. Ну, дело. У нас еще один профессор остался, с которым мы не подружились. Я их буду называть профессорами. Он призовет точно двоих или троих. Призвал двоих, и мы проиграем. Проиграем. Да вы слишком наркоманские. Да вы одного призываете или вообще никого не призываете? Да я вас убью! Стоп, я... Старым способом отводим какого-нибудь мужичка. Куда? Только обязательно того, с кем мы не подружились. Тебя. Заводим куда-нибудь. Так, то есть, да, толкаем? Толкаем. Мы толканеры. Вот и дерзкий все-таки. Два мелких приперлось. Мелкие пупсы. Да, правильно делаешь, отходи. Я с ним дружился. А, с мелким не дружился. Да вы мелкие, вы придурки. Мелкие все время куда-то уходят. Вы что вы тут летаете, придурки просто? А, вообще с тобой еще не дружился. Просто прекрасно то, что с тобой не дружился. Это к одному призовет, да? А нет? Прежде нужно было попробовать, если он одного призвал, но лучше с ним. Давай! Прекрасно! Давайте еще! Я хочу его в команду принять, он очень сильный. Он богатырь. Три богатыря и еще что-то там. Пока что призовем его. В будущем нам грубая сила поможет. Все, теперь чувак у меня в армии. Так, там демоны, да? Да там по карте демоны. Горгулы, петушки. Мы с вами тут еще не договорились. Я думаю, я снимаю уже где-то час, наверное. С хардкорным модом я буду очень долго выживать. Главное, чтобы меня те ребятки не убили, а то будет очень плохо. Анда. С проколами было очень трудно дружиться. А с этими легко. Давай.
А что здесь? Ой-ой-ой-ой-ой. Наивные вы мои, ребятушки. И не вас, я... Пяти на охоту выходит. Где корабль? Кроксы? Что здесь кроксы делают? А опять там демоны у нас. И почему это? Почему не сра... Батл. Что за... Что там? Это не такие сильные, что ли? Пошли вы нафиг, я лучше демонов убью, чем с этими уродами связываться. А что тут только один братка замаскировался? Ты Dog from Shun? Придурки. О, нифига себе, их там сразу двое. А я что-то жрать хочу. Теперь сваливаем отсюда. Сваливаем. И находим себе жрачку. Вон там какие-то петухи ходят. Ёл. Что за ёл? Ёла, что ли? Ёлка? Коротко руки. А я говорил за то, что он слендермен. О, это ужасно, это плохо. Уходим! Где моя скорость? Я скорость принял. Какого фига? Братку пускай убивают, у меня главное свою жизнь спасти. Прости, братка. А не, братка живой. Братка молодец, братка выжил. Братка хардкорный выживатель. Он играет в хардкорном survival режиме. Деревня. Самое лучшее место в мире, это свой дом. А он там орёт на заднем плане, чувак. Какой задний план? Я реально спать не ног хочу. Да хватит яйца пинать! Я вот пытаюсь без обзывательств, если вот эти ребята меня будут не вынуждать. Да, не вынуждать. Хотя сказать не вынудивать. Короче, не вынуждать. Ну, поняли. Такая же плотоядная ручка, не всеядная. Чё? Вот плотоядная ручка. Так я ж всеядный. А это травоядный. Ничего не поняла. Ладно.
Почему всеядный, я не знаю. Ну так показывает нам показатель энергии. Че это? А. Вы шутите? У меня позирование 5. Час? Что? Что у нас из Споркрафта? У нас нету больше Эндермана, это плохо. Что? Гульфик. Мне гульфики не нужны, наверное? Или нужны? Да, не нужны. Листоровка! Что? Пояс из перьев. Давайте. Чё, я не против? А, у меня есть идея. Давайте по бокам, как у лошади. Как у лошади, точнее. А не как у лошади. Не-не-не, не так. Вот. Что? Вот. Нет, нет. Хотя, ладно. Хотя, стоп. А как обычно, вот так. Вот так же делаем. Как по бокам у лошади, ну вы знаете. У лошади. А не у лошади. А, надо сделать шапку. Ему нужна шапка. Он у нас будет фермер. Он у нас фермером будет. Это шляпка, шляпка фермер. Она ее... А, у меня нет, это шляпки фермера. Фермера. Нет у меня, к сожалению, шляпки фермера. К сожалению, нет у меня такой шляпки. Извините, ребят, у меня нету шляпки такой. Шляпки фермера у меня нет. Извините. Я тут ни при чем. Просто у меня нету шляпки фермера. Извините. Уродский. И шляпка наркоманская. Это я так дышал. Но думаю, вы не поняли. А чё, нормально, знаете, оранжевый. Прикольно. Ой, ребята, ну, у меня 4 минуты осталось. Так что мы, наверное, сейчас будем заканчивать. Мы даже до этого времени дошли. Ладно, ребят. На этом мы закончим. На этом эпичнейшем моменте, как этот чувак там бушует. На этом моменте мы закончим. Всем пока. С вами был Digit. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. И не забывайте писать комментарии. Всем пока.